мы под покровительством, и вот сейчас, вот, к слову, об ангелах, они реально существуют, они есть, они среди нас, у каждого, и по несколько штук тут. Просто нужно научиться, наверное, с ними сотрудничать и понимать вообще. И самое главное, желать их видеть. И просить Бога, чтобы Господь нам открывал, чтобы мы умели с ними сотрудничать. Ну, конечно, приказывать мы им не имеем права, но во всяком случае с ними взаимодействовать. И у нас был, кстати, случай такой, когда по осени, я уже, по-моему, свидетельствовала, когда нам нужно было с одного места переезжать на другое, и очень быстро все это произошло, я сказала: ангелы, обойдите всю землю и принесите нам возможность переехать в хорошее жилье. Прошло менее 10 минут, звонок. И в этот момент звонит один человек: как дела? Я говорю: да слушай, мы квартиру ищем сейчас в Арни. Если у тебя что-то есть, ну, дай знать. И представляете, она говорит: да без проблем, заезжайте в мою квартиру, живите. Я такой: в смысле как? Она говорит: я благословляю вас одним месяцем проживания, живите бесплатно. Я такой: как так? Ну и, в общем, мы прожили там полгода в этой квартире, и я вспоминаю очень часто, потому что было высвобождено, именно сказала, говорю: ангелы, идите, принесите деньги, иногда мы говорим, принесите то, возможности. То есть и сейчас тоже мы стоим на пороге такого нового дела, мы ушли вообще из старых бизнесов и входим в новый бизнес, и я тоже с Господом разговариваю, и мне постоянно Бог говорит: ангелы готовят, уже готовят людей, уже все готовится, все в процессе, просто мы этого не видим, но на самом деле это мощные силы, которые Бог использует, и Он дал нам их для того, чтобы мы с ними сотрудничали. Поэтому, ангелы, всем привет. Знаете, я когда слушал сейчас вот проповедь Петра, да, и то, что говорил Бог, что мы больше того, то, что я делился, да, тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Вот в Ветхом Завете Бог представлял себя и говорил через ангелов. Но Бог нас сотворил выше ангелов. Мы упали, но Иисус Христос, Он заплатил за наше падение и восстановил нас в правах. И теперь, как вот в проповеди говорил Петр, брат, что ангелы представляли Его, являли Его силой, говорили Его голосом. Но теперь мы, в нас живет Святой Дух, мы представляем Бога, являем силу и говорим Его голосом. И мы даже выше этих ангелов. Поэтому просто, ну, нужно просто погружаться в это откровение, жить этим. И, ну, мы представители Бога на этой земле. Мы как церковь, мы как тело Христово, мы как священники Его, да. То, о чем сегодня, вот это я просто получил откровение в этой проповеди, что мы представляем Бога, как уже в Новом Завете, не ангелы, а мы. А ангелы служат нам и помогают нам. И Бог их посылает на помощь нам. Но мы, церковь, здесь представители Его силы, мы Его голос. Знаете, как мы столб и утверждение истины. Когда раньше указ выпускался, его на столбы вешали. И этим самым утверждалось, что указ вышел, и он вступил в силу. Сейчас указы публикуются в СМИ, да? Но мы теперь церковь, столб и утверждение истины. То есть, допустим, мы получаем откровение и говорим: болгарский народ выходит на свободу из колдовства. Все, мы это утвердили, повесили этот устав, и как церковь провозгласили здесь, и это вступает в силу и начинает действовать. И ангелы Божии действуют на основании того, что утвердила церковь здесь Божия, на этой земле. И никакая вражья сила не может наступать на нас. И вот Рома увидел сон, да, я предлагаю помолиться сейчас против этого, как церковь, да, и выступить против врага, который проникает, хочет атаковать церковь, да. Просто будем молиться об этом постоянно и будем как церковь запрещать всякому обольщению, всякому врагу. Если не против, Андрей, помолимся сейчас, да? Давайте сейчас. Ну вот. Три человека видели. И давайте мы сейчас как церковь, как столб и утверждение истины, мы запретим сейчас проникать врагу, запретим обольщению, запретим проникать всякой лжи. И мы провозгласим как церковь, что здесь территория Духа Святого.
Здесь враг не имеет власти во имя Иисуса Христа. Мы сейчас высвобождаем ангелов Божьих, и мы призываем кровь Христа против всякого духа обольщения. Сатана, враг, мы запрещаем тебе во имя Иисуса Христа вредить, убивать, пожирать и губить, потому что дьявол не имеет власти, потому что тот, кто в нас больше того, то в этом мире. И мы повелеваем всякому страху во имя Иисуса, всякому обольщению, всякой лжи от дьявола раствориться. И написано, что если враг выступит одним путем, он будет бежать семью путями. И как прах, возметаемый ветром, так враг не устоит пред лицом Божьим. Как грязь под нашими ногами, так будет враг попран во имя Иисуса Христа. И мы сейчас призываем Твое великое имя, Иисус Христос, Твою святую кровь, Твой святой дух и Твоих ангелов Божьих. И как церковь мы повелеваем во имя Иисуса врагу: убирайся прочь. Мы запрещаем тебе вредить, пожирать и губить тело Христово, Церковь Божия, под защитой и охраной крови Иисуса Христа. И мы провозглашаем, Бог, что здесь, как стены вокруг Иерусалима, так ангелы Божии вокруг нас ополчаются, вокруг наших семей, наших домов, наших бизнесов, вокруг нашего служения, вокруг пастырей. Мы благословляем сейчас Геннадия и Наталью, молим тебя, Господь, храни их, защищай, ангелам твоим заповедай охранять и защищать их, чтобы пусть они пребудут под твоим покровом Божиим. Пусть твоя благость и твоя кровь, Христос, защищает семью Геннадия и Натальи, их детей, их бизнес, их служение, их хождение перед тобой. Господи, мы провозглашаем, что ангелы Божии несут их на руках, Господь. И мы также благословляем власти этого города и этой земли Болгарии, ибо написано, чтобы мы прежде всего возносили молитвы за правителей, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную. И мы благословляем власти этого города и этой земли Болгарии как церковь, и мы провозглашаем, что всякая власть от Бога. Иисус Христос, Господь неба и земли, Ему дана всякая власть на земле и на небе, и Он царствует в этой церкви, царствует в наших семьях, в наших домах. Иисус Христос царствует в наших сердцах и в нашей жизни. В этом городе Иисус Христос царствует. В Болгарии Иисус Христос царь. Мы просто как церковь это сейчас запечатываем и провозглашаем, что это указ от Бога во имя Иисуса Христа. Аминь.